Какие созвездия в 2019 году самые лучшие? Рыбы. Это люди, которым с детства не хватает любви. Они стремятся к семейной гармонии и любят жить в семейной атмосфере со смехом и смехом. К сожалению, семейная атмосфера всегда была скучной. В 2019 году семья рыб добавила новое население, изменив атмосферу прошлого. Семья говорила и смеялась, помогала друг другу и была внимательна. В 2019 году рыбы чувствовали любовь. Слушатели оставят комментарий.